понравилось, потому что для меня это новый опыт какой-то. Задания, в принципе, были очень интересными. Я ожидала, если честно, что будут просто тесты. И это меня расстраивало, потому что я никогда не считала, что тесты – это хороший способ проверить знания. Но добавили аудирование, добавили Лезеферштейн, и это очень большой плюс. Работаю уже в образовании 22 года. И это не первый конкурс, в котором я выигрываю. Несколько раз были и конкурсы, и олимпиады, все-все. Это всегда было связано как-то со стрессом, с нервами. Я хочу сказать большое спасибо организаторам, потому что, наверное, за 22 года это был первый случай, когда все было организовано настолько хорошо. Моя школа выиграла и конкурс «Лучшая школа», и мы были в городе. И там дети были поражены, насколько все было организовано, продумано для детей, сегодня для нас. А по поводу материала мне очень понравилось то, что тут действительно была проверка языка, знания языка, словарного запаса. И спикинг мне очень понравился, то, что он был такой стремительный. Вопрос был четко поставлен, и 2 минуты. То есть никто нас не задерживал, никто не пытался нас как-то на нас давить или еще что-то. Я хотел бы сказать, что я не знаю, qo'lga kiritdim, chet elga malaka oshirishda. Birinchi o'rinda mana shu juda ham katta motivatsiya deb o'ylayman. Bunaqa nima deydi, konkurslar, bunaqa turnirlar motivatsiya beradi o'qituvchilarga. Haqiqatdan ham yangi O'zbekiston, chunki mana imkoniyatlar, masalan, bir loyihalarimiz, nimalarimiz bo'lsa, o'sha tez qo'llab-quvvatlashyapti. Amalga oshirishlari juda ham tez bu narsa. Hammalariga rahmat, juda ham zo'r o'tdi konkurs. Ya'ni ko'plab o'qituvchilarni shu konkursda qatnashishlarini tilab qolaman.